Участников школы будущего педагога собрали для вручения дипломов и целевых направлений. Среди них 11-классница Дарья Макарова, для которой такой сертификат – осуществление мечты детства. Ну и сегодня, уверена школьница, эта профессия одна из перспективных. А учиться Дарья будет в Кубанском государственном университете. Моя научная работа, она была основана как раз-таки на выборе профессии старшеклассниками. И мы приводили данные с Центра занятости населения, и профессия педагог остается на втором месте по востребованности в Краснодарском крае. Я и хотела в этот вуз, на эту профессию, на этот факультет. Конечно, это радость. Я вернусь в свою школу, в которой я училась, и буду учителем. Чтобы заслужить целевое направление, порядка полусотни сочинских школьников проходили обучение в городском центре развития СИП. Ребята занимались и практикой, и теорией. В итоге же писали проектные работы, по результатам и содержанию которых и были определены счастливчики. Для тех ребят, которые планируют обучаться в СГУ, администрация университета предусмотрела дополнительные 3 балла к результатам ЕГЭ. Это начало нашего инновационного проекта. Наш сочинский центр развития образования представил большую программу и стал краевой инновационной площадкой по поводу обеспечения кадрами сферы образования. И там задействованы будут не только школьники, но также и студенты, и молодые учителя. Школа будущего педагога – проект не разовый. Таким образом, мотивировать школьников поступать на педагогические факультеты в городе планируют ежегодно.